Все побежали, а я остался. Почему тормознул? Увидел мужчину, который сначала растерялся, а потом начал убегать. Не помню, была ли у него палочка, но передвигался он с трудом. Он пытается перелезть через парапет, в него бросают гранату, и я подвисаю, чувак без оружия, ему сложно передвигаться, а тут такое. Гранату в него бросил силовик из спецмашины. Второй силовик стреляет в мужчину из чего-то похожего на дробовик, попадает в живот, я еще больше подвисаю. А мне что делать? К мужчине подбегает парень в белом халате, в их сторону полетела еще одна граната. Я стоял на расстоянии где-то 20 метров от них, решаю помочь, но из-за угла на нас выскакивают 4 черепашки, бьют меня дубинками, а после куда-то тащат. В автозаке я был первым. Чувак в черном несколько раз меня ударил, а после поднял за волосы и поедным ножом за 3 раза их срезал. На меня натянули стяжки, бросили лицом в пол, начали лупасить ногами по спине и голове, вернулись ко мне, о, волосатый. Говорили, что меня надо трахнуть дубинкой. А я лежу и думаю, ну, никогда такого не было, время попробовать что-то новое. ОМОНовцы забрали мой рюкзак, там были презервативы, о, смотри, он даже подготовился. Это театральный проект в поддержку политзаключенных, которые выступают против тоталитарных режимов в Беларуси и в других странах. В основу спектакля легли тексты, которые политзаключенные произносили в судах и писали в письмах своим родственникам. Я удельничаю в этом проекте, потому что я не могу молчать. Я участвую в этом проекте, потому что мне близка его мысль. Мне хочется дать слово политическим заключенным, которые находятся в Беларуси. Удел в этом проекте – это возможность подтримать свой народ, свой край. Имеет ли значение мое имя сегодня? Сейчас, в данную минуту, имеет ли значение мое имя? Оно забудется, сотрется потоком фактов, судеб, эмоций. Оно растворится в списке более 600 политических заключенных в Беларуси. Смотри, вот сейчас там есть такое, в именах почти 4000 осужденных за участие в несанкционированном массовом мероприятии или за использование, изготовление и распространение запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, за хулиганство, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, за выражение своего мнения, за выражение своего мнения. Ну вы слышите «за выражение своего мнения», вы это слышите, но вы на самом деле не слышите. Вы не понимаете, что это значит «за выражение своего мнения». Вот подумайте, что значит «выражение своего мнения». Это значит, что я такой, какой я вот такой сейчас. За выражение своего мнения.
выражение, за выражение своего мнения. За выражение, за выражение своего мнения. За выражение, за выражение своего мнения. В том, чтобы авторитарное правление в странах прекратилось. Я теж вірю, що будуть жодні протести. Не jestem pewien, że to coś się zmieni. Wydaje mi się, że społeczeństwo polskie, szczególnie młodzi ludzie, oni nie byli w żaden sposób obudzeni społecznie, w żaden sposób obudzeni politycznie. Polityka była czymś, czym zajmują się szemrani ludzie i tego nie ufa, się na to nie zwraca uwagi i wiadomości są generalnie nudne. Biznesy, polityka, młodzi ludzie się tego nie dotykają. Bo ja 5 lat temu miałbym tak, a niech się dzieje. Ja sobie w swoim teatrze będę robił, palił lolki, oglądał filmy, jeździł na wakacje za granicę, a polityka się będzie działa. A dzisiaj mam poczucie nie. Głównie ludzie, którzy chodzą na protesty, to są ludzie po 19, po 20, po 20 parę lat. I mam poczucie, że budzi się społeczeństwo obywatelskie, które potrafi się zrzeszać, które potrafi organizować się oddolnie. Budzi się świadomość obywatelska. I ta zmiana nie przyjdzie dzisiaj może. Nie z tym protestem, że my wyjdziemy i powiemy nie, a oni powiedzą okej, okay, to nie. Nie, bo oni są też wybraną demokratycznie władzą. Więc dla mnie jakby ten krok przebudzenia w społeczeństwie polskim w ogóle, który u siebie widzę, jest czymś niesamowitym. Nie, Polina, jeśli ja będę tu samona, to zrobię вот так, смотри. Так, оп, так, карате. Главное, чтобы не попало по внутренним органам и прикрывайте голову. Мне это мама говорит. Это было еще до августа. То есть, и я как бы, Спасибо, мама. Спасибо. От Румынии съехали мама, я, сестра и брат. Брату 10, сестры 27, мне 26. У четверок мы съехали. Ну, после переследу, после в обшуку дома, мы все сильно съехали. Мы съехали в Киев, я разумела, что, типа, я найду себе житло. Вот, главное им сделать ВНЖ, чтобы они могли там остаться дольше, чем на полгода. Им сделали ВНЖ, вот, и я со спокойной душой съехала в Польшу. Вот. У Белоруссии проблема, ну, есть как бы враг, но этот враг, белорусский враг, в общем-то, этот же белорус. В смысле, эти же белорусы. Хотя на самом деле, конечно, система враг, а не враг, не белоруса, а система Советского Союза, которая никак, ну, конечно, Россия здесь ключевым является, ключевой фигурой. Ну, не Россия даже вся, а система российская. Россиянам нам еще труднее, потому что у нас нет этого вообще врага, мы сами русские, как против кого нам. То есть мы как бы, у нас как бы есть... Нет, ну мое окружение, вот мои там интеллигенция, конечно, все против системы коммунистической, против коммунистического КГБшного режима, который все остается и остается, он все идет и идет, но никак не проходит. Значит, ну, когда мы в Польше, это для чего я все говорю, что когда мы в Польше это исполняем. Ну, действительно, есть такой момент, что, ну, что мы хотим, чтобы что, пошли всех там прогнали, что ли? То есть, ну, как бы, здесь нужно нам найти, это такой, это, наверное, моя работа,
уточнить этот месседж такой, уточнить все-таки, чего более конкретного мы хотим. Но привлечь внимание, да, привлечь внимание, понятно. И что, изначально текст просто, да? Читай нам, давай, хорошо. Читай. Я жила надеждой, что суд разберется, отменит приговор. Многие говорили, что лучше не ездить на суд, а принять то, что сына посадили. В зале суда я еще держалась, а когда за дверь меня вывели, со мной случилась страшная истерика. Я не могла поверить, что Диму отправляют в колонию. И Дима на свидании говорил, что сумку собирал, думал поездить домой. Ему 21 год. У него умственная отсталость. В международной классификации болезни его диагноз F71. Звучит как значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения. А в РУВД мне сказали, что он дал признательные показания. Я спрашивала у сына, зачем же он сознавался, ведь мы же были дома в тот вечер. Оказалось, адвокат, который ему назначили, убедил его сознаться во всем, что предъявляют, и пообещала, что тогда его не посадят в тюрьму. Его признали виновным в том, что 10 августа 2020 года он около Жлобинского ДК участвовал в несанкционированном митинге, бросал камень в сторону милиционеров и в автозаке. Экспертиза пришла к выводу, что, несмотря на поведенческие проблемы, парень может отвечать за свои действия, и поэтому должен нести уголовное наказание. Я зі своїм дівчиною сім в зв'язку 4 зараз. А життя нам ще вивернуло до гори ногами. Прийшлися сітки пригод. Купили домик, охотували огороди, маємо 2 пси через ці 4 роки. В сенсі все життя. Тотал життя. Моє життя ще тотально змінило через останні 4 роки. А то ще рік до виїзду з сітки був. То был бы еще рок до того, чтобы выйти из вензения. Наша задача, вам, она вообще для вас даже труднее, чем для других актеров будет. Потому что вы это очень хорошо знаете, вы читаете, и вам как бы кажется, что вам понятно. Ну, вам же это очень хорошо понятно, это про вашу жизнь. А вот нужно теперь, чтобы вот как будто бы люди, вот спектакль же про что? Достучаться. То есть, а достучаться, значит, прямо вот вы должны прямо все слова, вот все, что с этими людьми произошло, вот понять. Ой, за хоре да за лимана че наступає. Ой, синя хмара че наступає. Ами бару натянгаем. Ой, за хори да за лимана, че осеня хмара, че наступае. Ой, синя хмара, че наступа. У меня больше не для вас репетиция, а для себя. Я просто пытаюсь понять. Но, например, тогда, ну как бы, что, как нам это развивать? Как это развивается? Не внутри куска, а вообще. Потому что следующий кусок, он что-то новое должен вносить. Еще того, что мы, он нас куда-то вперед должен вести. А это же то, что там одного побили и другого побили, это все равно одинаково их побили, только с разными нюансами. Тут вот какая-то штука должна быть еще, да? Потому что как вы начинаете? Просто с нуля, вот она рассказала, потом ты начинаешь, потом ты начинаешь. Что у нас развивается, как бы? Такая эмоциональная хронология. На zasadzie, jak my tu siedzimy, rozmawiamy, jakby ludzie usiedli i opowiadali. Jeden powiedział, i drugiemu w tej historii zostało i on mówi, a ja mam i on dalej. W sensie taka bardziej emocjonalna chronologia, że każdy ktoś, ja z tego biorę dla siebie, ale mam takie.
a ktoś dalej mówi, a ja z tego mam takie. W sensie, że one się z siebie nawzajem robią. W sensie, może ta nić powinna być pod spodem, nie? W sensie, a ona może być pod spodem, tylko ja muszę je złapać. Nie taka, że wiemy co po czym, tylko że one się tam emocjonalnie one zaczepiają w środku. Rozumiecie? Wszystko rozumiem, tak, ja to rozumiem, tak, tylko muszę mu to, ja jeszcze na razie tego, tej nici nie... Ja też nie wiem, w sensie to jest jakiś... Zakończę. Еще одно серьезное последствие травм 9 августа – гематома в мозге. Из-за этого есть проблемы с памятью. Эта гематома влияет на биографическую память. То есть я могу обучаться чему-то новому, вот, например, чешский язык, учусь, с этим проблем нет. Но я часто забываю то, что было раньше. Например, что я вчера ела на завтрак или как провела вечер. Ответит ли кто-нибудь за все эти травмы? Это все, да? Нет, там еще переезжать за границу я не хотела. Думала, сделаю операцию, вернусь домой. Постоянно смотрела эфиры из Беларуси, надеясь на какие-то изменения в стране, наказание виновных и возможность переехать назад. Но вышло по-другому. Когда я не увидела никаких изменений в Беларуси, а протесты к зиме начали затихать, я поняла, что, видимо, здесь надолго. Вернуться назад я пока не могу. Да, мысль такая всего спектакля, что мы хотим как бы сказать, получается, что есть беженцы, да, люди, которые от бедности, иммигранты бегут за поиском хорошего, там, лучшего жизни по другим странам. Переезжают, законы этих стран принимать, как правило, не очень хотят, поселяются своими какими-то конгломератами и так. В общем, еще с полицией у них проблемы, и потом они еще, например, там они в Лондоне живут, но они там считают, что Аллах, конечно, это единственное, что есть, и страну не очень уважают, во Франции, не уважают демократию, при этом и так далее. И наш спектакль это про то, что, а это не те, то есть мы хотим показать, что происходит с белорусами, и сказать, что это не тот совершенно случай, что вы сюда приехали не для того, что вы хотите сюда приехать. Потому что нет такого возможности. Потому что берут молодую девушку и бросают гранату. Ничего себе. Вот как-то вот так. Вот про это здесь. Это не какие-то бездомные люди, бедные белорусы, гастарбайтеры, которым нужно вот хотели в Польшу или в Чехию пожить там. Все эти люди, они не по своей воле куда-то убегали. Нет выбора. Потому что вот я-то как раз гастарбайтер. Во мне свет, який не ведал полегки, воины и поморки, история на паузе. Дух того, что минуло, могутный и крохкий. Я стою ля прорвы, а житё паузе. Ува мне расстреляны у 37-м, знищаны у газовых камерах. И это солдаты, что лежат у могиле неведомой. Ахвяры нашего не скончанного лета. Ува мне крыжи Чернобыльской зоны, солигорские тюрконы и поводки на Припяти, шматтысячные марши и вольные районы, что не могли лететь и что и все одно лететь.